Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня я расскажу в этом видео, как записать историю с компьютера в Одноклассниках. Появилась такая тема в Одноклассниках, что ваши истории видят все ваши друзья, а их у меня почти 5000, 24 часа в сутки. Нажимаем «Сообщение». Видите, здесь написано вот лента. Вот, ваши друзья ждут вашего внимания. Вот, у меня партнеры пишут. И все вот это вот видят. Вот Борис написал: отдыхаю, живу в свое удовольствие, деньги капают сами. И сейчас мы с вами тоже напишем свою историю. Здесь стоял у меня плюсик, я на него нажала. Вот, я хочу общаться. Крестиком закрываем, если вы хотите что-то другое написать. И вот здесь пишите. Зарабатываю дома. Не верите? Проверьте сами. Смотри статус. Обязательно у вас должна быть оформлена страница под ваш проект. И жмем поделиться. Все, теперь мою историю видят все мои друзья. Если они зайдут, то будут ее видеть. Вот теперь смотрите, я зашла с другой страницы, с фейковой. Нажимаем «Сообщение» и давайте посмотрим, как выглядит моя история. Вот, хочу общаться. И вот, Ирина Агапова. Зарабатываю дома, не верите, проверьте сами. Смотри статус. Вот и все. Всем пока.